В Таласском районе Жамбылской области запущена новая ветровая электростанция. Инвестиционный проект стоимостью 9 миллиардов тенге расположен вдоль хребта Каратау. В комплексе установлено 15 ветрогенераторов мощностью 4,5 мегаватт и высотой 75 метров. Выработанная энергия передается через подстанцию в общую сеть. Сегодня на ветряной электростанции работает около 20 человек. В дальнейшем планируется расширить объекты и установить дополнительные турбины. Всего в области насчитывается 18 объектов по производству альтернативных источников энергии. Их общая мощность составляет 450 мегаватт. Все зависит от ветра. Если ветра нет, то башня как бы потребляет. Когда ветер происходит, достаточная сила ветра происходит, то ветроэлектростанция начинает выдавать в общей сети, происходит через подстанцию и выходит в сеть.